Владимир Стержаков – талантливый и востребованный актер. Отечественный кинематограф, а с детства у него был интерес к сцене и кино, хотя родители его были далеки от творчества. В школе Владимир учился не очень хорошо, так как весь был вовлечен в театр. После учебы Стержаков стал студентом МХАТа. Олег Ефремов увидел в нем огромный потенциал, сразу после обучения взял его в свою труппу. В 90-х актер подрабатывал в различных сферах, да и поначалу было мало ролей, если были, то второстепенные. За плечами актера несколько десятков рекламных роликов. Первую свою главную роль он исполнил в сериале про Дашу Васильеву. Много лет Стержаков находился в статусе холостяка, он не верил, что сможет стать мужем. Но однажды судьба улыбнулась ему, свою будущую супругу он встретил в магазине и сразу понял, что она станет его спутницей в жизни. У прекрасного союза родилось двое сыновей. По сей день Стержаков играет в театре и собирает огромную аудиторию, а также при этом его часто зовут сниматься в кино и сериалах. А мы искренне пожелаем ему семейного счастья, благополучия и, конечно же, успехов в работе.